Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Юрий Хомутский, руководитель проекта aboutdc.ru, основатель, руководитель клуба успешных инженеров. Сегодня мы с вами рассмотрим один из, наверное, самых популярных вопросов, который возникает, ну, просто у всех людей, которые хотя бы раз искали работу или которые сейчас, например, ищут работу. Как написать резюме? Друзья, самая главная рекомендация, если вы хотите написать нормальное, хорошее резюме, не колхозьте, не выдумывайте никаких своих способов. В этом мире уже все придумано за вас. Есть удобные инструменты для того, чтобы написать хорошее резюме. Мы с вами будем это делать на сайте HeadHunter. На самом деле очень важный момент, потому что многие люди пытаются сделать резюме в Word, написать его своими словами, каждый раз думают о том, что надо писать в резюме, а что не надо. Поверьте, сайты, которые занимаются поиском сотрудников, за много-много лет уже придумали идеальную форму. И вы за 1-2 часа не придумаете форму лучше. И вы в интернете вряд ли найдете что-то лучше, чем то, что специалисты придумали за 10-15 лет. Поэтому я вам рекомендую сразу регаться на сайте, например, HeadHunter. Вы можете, конечно, и другие сайты попробовать. Здесь у меня я никого не рекламирую и нет никаких предпочтений. Но то, что сделано уже на сайте HeadHunter, это очень удобно. И что немаловажно, что вы можете скачать оттуда свое резюме в Word или в PDF. И у вас уже будет весь необходимый шаблон. Итак, зарегаться на сайте несложно. У вас сразу откроется блок «Мои резюме». И, соответственно, здесь вам нужно будет заполнить все основные поля. На основных из них я остановлюсь подробнее. Имя, фамилия, мобильный телефон, город проживания. Здесь вопросов, наверное, нету. Основная информация, дата рождения, пол, гражданство. Вопросов нету. Дальше важный пункт – опыт работы. Здесь, конечно, надо остановиться подробнее. И если он у вас есть, то надо будет добавлять места работы. Итак, специальность – это желаемая ваша должность. И вы здесь можете написать, кем вы хотите быть. Например, инженер по наладке какого-то оборудования. И вашу зарплату. Ну, например, там 70 тысяч рублей. Хотя зарплату, может быть, не всегда обязательно указывать. Но, как правило, на линейных специалистов ее все-таки указывают. Линейных – это то есть специалистов, которые исполнители, исполняют конкретный вид деятельности. А на руководящий состав менеджеров и так далее, там ее частенько не указывают по договоренности. Далее, опыт работы. И вы здесь можете добавить несколько мест о себе. Открывается специальное окно, и вы пишете, когда вы начали работать, в каком году. Ну, например, там 2000, я не знаю, там в 2009 году, в январе вы начали работать. Не по настоящее время. Здесь нужно перечислить, соответственно, там, допустим, по 2014 год вы работали. В какой-то организации ООО напишите, хотя он даже вам подсказывает. Ну, бог с ним, пусть будет Сбербанк, я для примера сейчас это делаю. Должность, кем вы были? Ну, например, вы были помощник инженера. И он вам подсказывает, что такая должность даже есть у него в базе, то есть все в порядке. Вот видите, он все, HeadHunter вам все подсказывает. Компанию может подсказать, должность подсказать. И здесь удобные есть пункты для выбора начала и окончания работы. Именно поэтому не надо использовать свои какие-то колхозные методы. Используйте готовые, хорошие инструменты. Обязанности на рабочем месте. Здесь очень важно перечислить именно те обязанности, которые нужны на вашем новом месте работы. То есть здесь не надо перечислять то, что было важно на прежнем месте работы. Надо перечислить то, что важно будет на новом месте работы. Ну, наверное, об этом я запишу отдельное видео, но это очень важный момент.
Вы должны ориентировать свое резюме на будущего работодателя, на новое место работы, а не пытаться описать то, что было раньше. Сохранить. Вот у нас появилось первое место работы. У нас было, наверное, после этого второе, например, с августа того же 2014-го мы работали там по сентябрь 2019-го в какой-то еще другой компании, ну, например, банк «Русский стандарт», да пожалуйста. И там вы уже работали инженером вот, на наладке оборудования. Такое. Такой вакансии он не видит, но мы можем написать, наверное, инженер-наладчик. О, пожалуйста. И здесь опять-таки то же самое. Не пишите то, что было важно на том месте работы. Пишите то, что будет важно на новой работе. Сохранить. Далее мы можем добавить быстренько третье место. Ну, например, с октября 2019 по настоящее время вы работаете в неком там ОАО, какой-нибудь возьмем там Альфа-банк, пусть будет так. И здесь все то же самое вы описываете. Давайте приведу пример на этот раз. Например, вы же инженер-наладчик и хотите стать инженером-наладчиком. Значит, нужна наладка вентиляционного оборудование. А, это должность, сори. Нам надо писать это в обязанности. Здесь у нас будет инженер-наладчик. Наладка вентиляционного оборудования. Работа с подрядчиками. Что может быть еще? Проверка работы субподрядчиков. Самостоятельный осмотр оборудования. Если есть опечатка, вам предложат заменить ее на правильное слово. Ну, что-то вот в таком духе. Что здесь важно в обязанностях? Помимо вот этих действий, которые, ну, на самом деле, они, конечно, важны, но они в какой-то степени, ну, ни о чем, да? То есть любой наладчик будет это все делать. Укажите объемы. Ваши объемы или масштабы. Это очень важно. Ну, например, там, если это ну, система, там, какая это система, какая у вас система? Например, ее мощность была 500 киловатт. Это вас выделит среди всех остальных. Ну, например, другие люди работали с системами мощностью 5 киловатт, а вы с мощностью 500. Значит, вы круты. Если другие работали с мощностью 50, значит, вы круты. И вы будете ну, отчасти проигрывать только тем, кто работал с мощностью 1 мегаватт, 2, 3 мегаватта. Поэтому здесь нужно обязательно вот в обязанностях указывать ваш масштаб. Или, например, отслеживание более 10 объектов одновременно. Это опять-таки говорит о том, что вы... Ни один объект, ни два можете отследить, а 10. Это очень важный нюанс. Или, например, выезд в командировке, ну, там, в сколько-то городов. Это опять-таки говорит о том, что вы способны геораспределенные сети и объекты обслуживать, налаживать, работать с ними. То есть очень важно в обязанностях прописать ваши объемы и масштабы. Как оценить цифры какие-то, цифры, важны цифры. В каких цифрах вы ориентируетесь, в каких цифрах вы специалист. О себе. Расскажите, следующий пункт после опыта работы, о себе. Расскажите о качествах, знаниях, увлечениях, которые будут полезны работодателю. И здесь вы можете написать, ну, например, что я о себе пишу. Выступление на конференциях. Публикации в профильных изданиях и СМИ. То есть это дополнительные факторы, которые усиливают вас как специалиста. Ведение, то, что я советую писать своим ученикам, например, да, ведение собственного блога,
там YouTube канала. Что вас еще может выделять? Знание рынка, личные контакты на рынке. Ну, с поставщиками. Да, прям так и напишем. С поставщиками, дистрибьюторами и т.д. Вот в таком духе. То есть ваша задача здесь о себе написать дополнительные полезные вещи. И вот очень многие из этих вещей мы прорабатываем в клубе успешных инженеров, когда я занимаюсь с людьми, изначально инженерами, хотя вот уже и не только инженеры, я вижу, что это актуально и для бухгалтеров, и для юристов, и для менеджеров по продажам, и так далее, и так далее, и так далее. Ключевые навыки. Этот пункт, конечно, важный, но на самом деле не очень, потому что все пишут здесь о себе самые стандартные вещи, там многозадачность, например, это может быть, какие-то другие вещи, аккуратность, просто это базовые слова, которые все хотят видеть, все их пишут, и все равно непонятно, так это или не так. Но вот Headhunter, чем хорош, он здесь преподносит вам список того, что реально может быть полезно. Первая, вторая, третья группа по электробезопасности. И это полезно. Знание, например, автокада. Знание Visual Basic, если вы программируете. Знание там отрасли коммерческой недвижимости, если это важно. Там понимание области строительства. Да? То есть вот монтаж оборудования, чтение электросхем, работа в команде. Вот многие навыки он здесь подсказывает, и это очень полезно. То есть вы их сами можете не придумать, но они здесь есть, поэтому вы пробежались вот так вот и видите там активные продажи, ваши или нет, CorelDRAW, ваши или нет, интернет, английский язык, грамотная речь, DIY-переписка. Не пишите лишнего, это я сейчас для примера накидываю, как бы от балды, да, можно поубирать лишнее. А пишите только то, что относится к вашей специальности. Дальше поехали. Образование. Ну, здесь, наверное, все достаточно легко. Надо заполнить, какое у вас было среднее, высшее образование, среднее специальное, где вы его получали, какой факультет, специализация, год. Здесь все понятно. Если было другое место, то нажали еще одно место и продолжили заполнять. Владение языками. Русский, и можно выбрать какие-то еще языки, учитывая уровень их. И другая важная информация, готовы ли к переезду, возможен, невозможен, график работы, какой там для вас актуален. Заполните побольше здесь, на всякий случай, может быть, разделов, да, чтобы большему количеству удовлетворять в поиске. Разрешение на работу, если оно необходимо, есть ли у вас, какая занятость вас интересует. Вот, и все, сохранить и публиковать. А, нет, он написал, что еще нужен телефон. А телефон нужно подтвердить кодом. Поэтому я сейчас при вас не смогу сохранить это резюме. Но будьте уверены, как только вы его сохраните, у вас будет возможность его распечатать по-русски и даже по-английски. Или удалить. Но нас, например, интересует печать. И вот таким образом вы его можете сразу распечатать, если вам надо. Но на самом деле я хотел показать, если вы его сохраните, вот здесь в конечном итоге, да, заполните все поля и сохраните, там у вас будет возможность скачать его в Word и в PDF. И это будет очень удобно. Друзья, пользуйтесь этим видео, пользуйтесь этой шпаргалкой, пользуйтесь сайтом Headhunter или какими-то другими крупными ресурсами. Поверьте 100 раз, поверьте мне 100 раз, что сайты, порталы, специалисты, которые десятки лет занимаются поиском сотрудников, проработали схему и сделали все красиво, вот, чтобы ваше резюме уже выглядело красиво. Контактная информация, основная информация, специальность, опыт работы, ключевые навыки, образование. Здесь все уже структурировано и в красивом дизайне. Не делайте от себятину в Word. Пользуйтесь бесплатными, что удивительно может быть, да, для вас. Но это бесплатный сервис. Вас никто здесь денег за это не берет. И никто не будет мучить какими-то рассылками, подписками и так далее.
Для поиска работы это сервис бесплатный. Здесь деньги платят работодатели, а не вы. Если вам понравилось видео, понравились рекомендации, ставьте лайк. Смотрите другие видео на моем канале, где я расскажу секреты, тонкости и другие фишки, как создать хорошее резюме для себя. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Юрий Хомуцкий. До новых встреч. Удачи!